Ясно. Так, я запускаю видос, собственно, как говорится. Я тоже. Морда такая лежит. Как его? Приближаемся к периметру. Начать сканирование. Сканирую поверхность. Активность ничтожна. Что? Нас сегодня никто не ждет? Внимание, вижу цель на 2 часа. Идет к нам. Держитесь, у нас гости. Ё-моё! У меня день рождения, я по уши в дерьме. Я сейчас должен нюхать кокс и трахать девчонок. Надеюсь, Стоун, ты принес мне тортик. Так, Альфа, слушай меня. Группа Браво охраняла ученого в старом музее Каира. Однако с 9:00 они не выходят на связь. Ментал хочет изжарить землю, а мы тут статуи охраняем. Ученый знает, как раскочегарить ключ к вечности. Брехня. От науки пользы нет, от пушек есть. Да похер, есть там что или нет. Браво сидят одни. Рвем туда, меняем им подгузники и домой. Если вдруг залипнем, наша главная задача, профессор, мысль ясна? Как дерьмо Гнаара. Родригес. Тревога, тревога, тревога. Нас атакуют, ухожу из-под удара. Рвем вправо, держись. Уходим, уходим. Так. Они без меня не пропадут. А, ты сам-то ясно. Да. Так, погодь, опять всякие FPS все-таки выключу. FPS выключаю, да. А вот игровое время оставлю. А, вот оно сверху, да. Надо включить. Не понял. А где она там включается-то? Вот, кстати, графика уже почти как в четвертом Сэме. Такая же практически нормальная. Ну да. Музыка, график. О, и враги. Ну чё уставился? Кончай глазеть. Класс бросил. Угу. Это рычит, блять. Ага. О-о-о. Смотри, не выпрыгни. И чё это? Молоток. Так, а как взять его? Подожди, у нас проблема. Кто? А, ладно. Что-то звонит, блять, мне игра закрылась. А, нет, не закрылась, подожди, она просто... Вернулась. Звонил Спёрбанк. Спёрбанк. А. Я не ответил, да. Я не успел. Молоток ты взял? Да, взял. Это вместо ножичка. Думал, моя игра вылетела, она, оказывается, просто так зависла. Мы получили сигнал о помощи. Что у вас там? Вертак в хлам. Опять зависло. Ладно, подождем. Сейчас он отвиснет, наверное. Я в паре кварталов от него выдвигаюсь. Что-то подгружается в этой игре сейчас. Где вы есть? Мы у входа в музей, как и положено. Где ты там застрял? Держитесь, я иду к вам. Понял тебя. Чем повторяются? А потому что у меня игра подвисла, они повторяются. Ну, она не подвисла, она просто... Здесь, сука, рычит, блядь. Не видно никого.
Да он где-то тут. А вот он. Опа, чудо. Мини-секрет, картечь. Вообще ничего не вижу я. Мне не нужен никакой ретрейсинг. Лутатор Олег. А чё он у меня автоматически поднимается? Квалт. Это когда к врагам подходишь, он в режим атаки входит. Чтобы... Может он атакует? Нет, ладно. Нет, нет, надо. Это, когда... это индикатор того, что враги рядышком. Да тупые. Тупой индикатор. Ну, привыкнешь. Нет, вообще нет. Привыкнешь. А если автомат в руках, что он будет? Не, автомат в руках это не работает, только с топором, ой, с молотом это. Когда оружие в руках, это нормально все. Морковь. Че они курили, когда это делали? А морковь. Но сказал, при убийстве. А? Они курили? Угу. Я думал, они выкурили все, что было во второй части. Нет, убиваешь врага, под ним появляется эмблема цветочков. А, и так это морковь. У тебя режим этого-то стоит. Хип-хип или что? А, хиппи, серьезно. У меня-то кровище во все стороны летит. Ну-ка, я тогда сейчас другое поставлю. А где, блин, я тут ставил, вот, хиппи, а ну-ка, дети, погодь там, оставь кого-нибудь мне, пижон. Никого нету пока, о, ботинки. Ну-ка, просто оставь там кого-нибудь мне. О, враг. Йоу. Чё? Когда убиваешь врага, леденцы падают. Пиздец, ну что это такое? А зеленый. Это дети. А зеленая кровь. Ну-ка погодь, Хэллоуин. Мышки... Так, нам нужен враг. Мышки летучие, наверное, раздаются. О. А. Так, нам в ту сторону, что ли? Сейчас найдем. О, лут. О, враги пошли. Не, Хэллоуин тупо тыква. Леденцы на самый огонь. Да, зеленая кровь. Ну, зеленая кровь такое, как и обычная, в принципе. На чем останешься? На леденцах или на травке? Хиппи. О, пестик. Мистер Смит, мистер Вессон, рад вас видеть. Где там? Где-то. Я не слышу, бегаешь. Я не знаю, где ты. Вот он. Она, я. Так, вот, а вижу. Так, куда нам надо? Вот сюда. Ты же по стрелочке-то поделяйся, вон, справа-то, как в четверке. Да. О. Родригеса пизданули. О! Покойч. Наши друзья старые. Защищай пока. Так. Он один был. Вот так вот, наверное, и сделаем. Ну, хоть что-то видно.
Блин, ну реально цветочки везде. Так, где-то включается. Кто? Ну, этот режим. Настройки игры, там хиппи выбираешь. А, река крови. Половин, дети, хиппи, зеленый, красный. Где хиппи? Ну давай. Ну вон, видишь. Раз. А, ну тут, кстати, тоже такое есть. Да, крови нету. Ой, эти взрываются красиво, цветочками. А. Пух такой. Пух, и все в цветах, блядь, вокруг, да. Красиво. Так, погодь, чек. Да, да. Для тех, кто крови боится. Дичь. Так, все, давай. Все в леденцах. А, ты на детей сменил? Ну, так, посмотреть. Ну, я оставлю на крови, ладно, красная кровь пускай будет. Я в Сэма ради крови играю, поэтому. Ну не знаю, как по мне, прикольнее будут цветочки. Ну, играй с цветочками. О. А, зачем так громко? Ой, блядь! Наша любимая. Да. И музыка такая прям тяжелый рок такой, блин. Ой, волна 2. Кстати, а тут типа две руки нельзя, да? Пока этот навык там или что? А тут вроде вообще две руки нельзя. Хотя, не знаю. Ну, альт не работает. Ну, на альт, да, нету, ничего не работает. А навыков тут? Ну, F прыжок. Прекрасно, блядь. Да, я это заметил. Так. Да куда ты катишься? Ты что за коллизия? Квин, вертолет в зоне видимости. Что с группой Альфа? Я их потеряла. Конец группе. Секрет нашел. Живые есть? Нет, здесь становится жарковато. Я вхожу в здание за профессором. Принято. Осторожнее, там может быть полно чужих. Значит, скоро будет полно трупов. Чужих. Это как хищник и чужой. Да. Я, пожалуй, сзади постою. Что за сранка такая?
Ничего себе говно. Какие мрази, а? Да вообще прям. О, в тот угол бегать, посмотреть. Могли бы секретку положить, хрена ж два. А зачем обойтись? А лежи подкладывают, а мне нет? Так. Ну я просто нахожу их всегда. Войти в Каирский музей. Угу. Ты уже вошел, смотрю. Но не у него. Джонса, мразь. Блять. О, головушка. Молотом их мочи, достижение получишь. Да, да. Еще можно получить достижение. Сорвать голову с этого клира и кинуть ею убить кого-то другого. Ну, разве что крикунов. Ну. Там будет там. Если на колесико нажмешь, то увидишь подноготную, так сказать, монстров. Описание их. Ну как четверки. И оружие, кувалда, пистолет. Давай жду. Где? Вот дверь. Там разве вход где-то? Да, да, вот дверь. Не заметил. А, это ее подвал. Начнем нашу экскурсию. В черный проход. Коллективизатор. Долго ты крутишь. Я? Да будет свет. Долго? Так, ты дольше Бардак меня грузился. Играй сам. Играй сам. Да не, ну я ж... Ну, ты сам туда побежал. А я тебя заставлял стрелять? Да. Было взрывоопасно. Ну она так, все, она так привлекательно стояла, ну. А. В сети он их отправлять отказывается. Говорит, получим снимки, если... О, стену можно развить, смотри. Скажи, пусть не Увяк. Страдает. Папочка идет. Принято. Как ты думаешь, чья это, шкура или чешуя? Ну, явно не наша. Да неужели? Так, да ты капитан очевидности. На табличках. Сгинули боги, а на их могилах люди возвели великие храмы. Я то уж подумал, ты научился читать на китайском. Ой, на древнеегипетском. Да. В свое время прошел Assassin's Creed Origins, вот и научился. Несите меня, подданные.
трон. Ага. Натушка. Оп-оп, блядь, какие противные, сука. А ближний, а... Да как можно просто пинать? Ну да. Вот. Ты сказал, Оракул, построй мне скинию, и там тебе силы повелевать стрельбой. Слушай, тут их враг появился. Я... Yep. А, ой, блядь. Большой. Ну слушай, в этом сэме во время бегать нельзя стрелять. Ну и да. Перезаряжать потом. Ну да, да. А куда нам надо-то, в принципе? А он туда назад. Прямо. А, он наверху на потолке сидит. Я даже не заметил. Музыка кайф, конечно. Ну, не сказал бы. Не, не. Как любители такого, у меня вообще заебись. Ой, я тебе голову отрываешь. Так всех можно просто на ешку убивать. Не, ну можно, конечно. Арахнофобия. Достижение. Ты зачем спустился-то? Откуда его? Да вон на потолке сидит, смотри. Сейчас вернуться за тобой. Нет. Хуйня такая. А то угадай. Да, забывай, что они пока могут ходить. Там темно и страшно.
А я этот прибавил яркость. Так что мне не так уж темно. Не, ну по факту это темно, я просто говорю, так-то я, конечно, тоже вижу. Но игра. Кому мы звонить телефон? В игре. Статуя, у тебя звонит телефон, алло, ответь. А, стоп, стена. Да? Не понял. Прям за стеной. Не, надо обойти надо. А, вот обход. Там должны быть снимки нерасшифрованных иероглифов. Срочно перешли их нам. Затем можешь выдвигаться к точке эвакуации. Так точно. Хуя чего. Блять. Спасатель. Ой, наверное, не надо было. Да, я еще не получал достижения. Арахнофоба. А это больших надо мочить. Ну я их мочил. В рукопашном. Я в рукопашные мочил. Да? Где? А. 10 пауков надо порвать, короче. Давай. Ну-ка, мне интересно, а вот этим я могу кого-то пришибить? Не, вряд ли. Я просто хожу. Ты телепортируешься, блин, понимаешь? Да, ты когда нажимаешь вот этот нижний бой, и ты пэхаешься. И инсектоцит у меня. Кого? Инсектоцит. А? О. Опа, кто это? Я его даже не заметил. Это зомби в костюме. Ну-ка, иди ко мне. Дробовик. А, я понял. Дробовик-то у тебя появился? Так, еще гляну. Да. Где? Я не понимаю, в этом лабиринте куда нам надо. Бежим куда-нибудь. Так. Так, стоп, назад.
Это выглядит, я не знаю. И причем они не умирают. ДТП, как в индийском кино. Как, прям как ты. Ты так же делаешь. Блять, кунг-фу панда. Но они реально. Ну заебали. Ни хрена их. Это, знаешь, недоработка, которая идет игре. Угу. Еще потрошки тут. Да, я уже с них собрал. Да, да. Патроны с ней сыпаться. Он же ты! Вот дерьмо! Чем ты там берешь? Да, бля, а ты куда убежал-то? Я наверху. Ну, спасибо. Ну, так ты сам погнался. Так ты спустил, я же видел, ты спускался, тут... Я поднялся, но не спускался. Давай, прыгай ко мне. Да, да. Только увижу сначала кто-то. Страшный скорпион. А, ну тогда нет. Ага, ну-ка, у меня идея. На. Я тебе все ноги переломаю. И а, брать. А слушай, реально до хрена сносится. Но дохнем мы прямо, я не знаю. Ну, да. Да, нет. Тебя жаль, урод. Вон, видишь, ты за мной там прогружаешься. Вот я вижу одинаковые проценты. 77, 80. Ну вот смотри, я прогрузился, а ты 98 еще. Ну ладно. Это право Дельта-9, Стоун в зоне видимости.
Сэм, мы сейчас тут не сядем, двигай к точке эвакуации. Понял, Гаррет. Чего? Чё? Что-то было написано, когда я входил вызвать Инертан. А, это этот вот. На колесико это нажми, это там здание показывают. В телевизоре. Ну, рычит, мразь. Что делаешь? Там будут? Паюсь фигнёй. Да не получится, да. Надо. Я только что запрыгивал. А зачем? Ну, там ничего нету. Да я просто маюсь фигнёй. Что за прыгучесть в этой игре такая? Ну, она не очень. Ай, ладно. Бомбы не хватает. Ну, это только начало игры. Картич хоть можно. Ой. Меня в угол зажали. А нафига ты в угол бежал? Офтальмолог. Достижение. Что? Офтальмолог. Этим глаза вырываешь. 10 глаз. Охуевший.
Ой. Ой. Эй, ты куда? Я тебя не отпускал. Назад, блин, назад не могу. Что там? Назад пойти. Ау. Там очень хорошо. О, я, пожалуй, спускаться не буду. Не спускайся, не спускайся. О, спущусь. Со мной шутки плохи. Так, я спустился. Нафига. Тебе помочь. Ой. Сдохнуть. Да. Ну почему бы и нет? Уже они внешним видом похожи на четверку. И звуки тоже кайфтики. Орут так. Ух ты, нихуя, у меня спинка. Они тоже пинаться умеют. Блять, в проеме стоит. Клиры здесь. Тихо. А вот и головешка. Хуя он там стреляет сверху. Ух ты, сколько лута-то. Ух ты, ух ты. Я убил головой.
Вот это экономный. Да. Нет, достижения не дали мне. Он должно. Блядь, сколько народу требовать. Беги назад. Блин, а чё ни гранат, ни хрена нет? Вот так вот. Пока не дали. Клирикал. Что это за клирикал? Оторвать головы 10 клирам. О. Уже неплохо. Ёбаный. О, ну-ка, 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 ну-ка. Да ё-моё, чё за клир такой? Ха-ха, помер, да? Да. Ебать их тут. Ты что? Взрывотехник. Взрывотехник, да. Ой. Ну ты и камикадзе, слушай. А, они мимо меня пробегают. А, развернулись резко. Да, блядь. Я сдох. Я уж раз пять, наверное, умер тут. Я опять сдох. Ну-ка, где ты бежишь? Да. Вот это туша. Что за звуки? Бычок? Они мне не нравятся. Бычок заспавнился. Где там? Один? Что-то по звукам их там один, несколько. Один. Я выдержал паузу, меня закинули. Они филя пошли в бой. Бой. Клирикал. Ну да, клирикал. Тут такая битва везде, да? И где-то сидят, молятся эти по звукам. Такие, заебись. Я на месте. Разгреби этот зверинец, иначе мы не сможем сесть. Принято. Никого нету. А вот они спрятались тут. Личный враг. Ну-ка, 10 лежачих врагов, что ли, убить?
Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Они умные на перерез пошли. Вот так, да? А чё ты за мной бежишь? Ты умный, что ли? Бегут за тобой, ты убей. А я их к тебе веду. Это подписчики твои. Взрывные лайки. Да. О. Эти на колесико мыши. Я в безопасном месте. Где? Был. Пока не сломали леса. А, ты наверх залез. Я привычки с второго Сэма нажимаю на колесико мыши, чтобы кинуть гранату. А тут нихера нет. Угу. Так, как до хрена развелось. А супер бомбу еще не дали. Ух ты, блядь. С одного выстрела они не уходят. Да чё за нафиг? О, я вы по двери даёте. Я по башке дал одному. Короче, подходи, не стесняйся. Так проще. Все? Да неужели, блять? Я музыку прослушал, но она была в тему. Угу. Блять, пошла музыка еще. Подходите, подходите, я тут всем раздам. Ну, она сыпется как... Слушай, я берсерк. Берсерк? Зона готова, можно садиться. Понял. Сел. Заебись. Да, сел. Это, короче, динозавр. Динозавр, да. Я ему вообще хочу. Да. Одну десятую где-то. Хуя, он быстро бегает. Ты ни хрена себе побежал. Ты что? Их молотком легче убить. Я так и делаю. Да, пусть умираешь. И дохнешь быстро. А вот я не умер. Все. Вдвоем нападаешь, один бьет, один отвлекает, нормально. Связь с Гарретом потеряна. Что происходит? Пиздец происходит. Сбили. Эвакуация сорвана, повторяю. Вертолет сбит. Вот суки. Окей, зачисти сектор и спасай экипаж. Я так и делаю. Ясно. Держи меня в курсе. Тут русская озвучка в тему.
Да, да, нормальная озвучка. Посмотрим, как там в четвертом сами сделали озвучку. Ну там фанатская, здесь-то это 1С вроде, или как там, не 1С, Бука делали. Вроде, Буковская озвучка-то. Да-да. Блять, пошло все. О, там модель. Молотка просто всех мочуешь. Да. Ух, ёбаный, блядь. Блядь. Это за нас или чего? Это против нас. Нет, почему? Врагов убивает. Ну... Хотя, не знаю, ну давай. Ага, и нас убивает. Кнопку нажимай. А, блядь! Зря. Ладно, побежали. Блядь, побежал я в атаку нахер. Неудачно. Пинаются чады. Пинаются вообще, пиздец. Сука, сейчас как хуйну вам тоже в ответку, блядь. Патронов он теперь налутали. Так, осторожно. Угу. Ой. Стой. Эй, ты куда? Бежим. Бежим. О, кнопочка, кнопочка. Так. Вот идет и пошло уже. Девять хп у меня, охренеть. То же самое. 9 хп, 11 брони. А тут броня какая? Феминистская? Нет, не видно. Я вижу кота почему-то. На ней. Где? На броне вон нарисован котик. Или нет? Или мне кажется? Вообще не понял о чем-то. Ну на иконке брони. Слева, внизу. Что нарисовано? Бык? Кабан? Нет, просто броня. Ну и там типа лицо какое-то. Ну непонятно. Вот, вот какое-то лицо там. Я кота вообще вижу. Не знаю, кто тебя укусил. Камикадзе. Воу. Чего? Ну-ка, 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 смотри. Как это ты? Наверное, нажал. А. Это ульта, походу, по кругу. Да, я что-то прям случайно нажал. Надо попробовать. Это окружили. В толпе, да, хуйнуть. А куда идти? В толпе убьют быстрее, скорее. А когда? Ну, пошли туда, откуда пришли. Может, что поймем. Ага. А вот они, да. Ну-ка, ну-ка, вот мне интересно. Не, они убивают. Маленьких нет, надо вот. Стой, 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 руками. Вот, достижение я получил. Ага, ты это, убил его, я умер.
У тебя мало хп было. Готов! Я двустволка, твою мать. Вы... Так у нас есть автомат. Ну, автомат есть, но он быстро тратится. Ну да. По стенам ползают, а? Секретка? Нет? Нет, секретка. Пустая секретка, блядь. Кальмар. Осьминог пилот, сука. Полетел нахуй, блядь. Каким образом он раскручивает их? Так он за рулем сидит. Так, а вертушка-то разбилась, там мне вообще ничего. Ну, он мастерский механик, значит. Починил. И улетел, брать. Я улетел. Да и чит. Что делать-то надо? Отпыздили, так отпыздили, блядь. Ой, ты первый.
Опять скорпион. Ой. Прячься. Потрошки. Том, как слышишь меня? Прием. Давай позже. Нашу птичку хотят увезти. Я думала... Не сейчас. Сзади еще лучше. Ой, побежали вперед, значит. О. А толку-то? Ракеты. Так, я сейчас с ракетами нашел. А толку? А, во, ракетница. Блядь, не добежал. В каком она месте? Теперь меня аж откинуло. Да, блядь. Да, сучара ебаная. Там турель, надо ее слить. Угу. Сейчас я ее отключу. А чтоб тебя, блядь, умер опять. Да, турели больше нет. Отлично. Берем ракетницу и пиздим. Так, я вот ракетницу. Конечно, что-то круто. Видел, вот, и сюда. Вот она. Я-то круче. Попасть. А, вот. Ракетница. Никаких компромиссов. Пугало. О, пилот. Все. Можно варить суп. Штаб, Стоун. С птичкой порядок? О ней я даже не спрашиваю. Ништяк. У меня есть для тебя новости. Мы прочитали таблички, с которыми возился профессор Штейн. Если коротко, в них говорится, что в пирамиде Хеопса есть тайная комната. Ты должен туда попасть. Я высылаю вертолет. Не выйдет. Отсюда ни одна вертушка в жизни не поднимется. Короче... Пирамида прямо передо мной, и я обожаю песочек. Ты взбесился? Там полно инопланетян. Мошедший Сэм подошло бы больше. Ну, слово «сумасшедший Сэм» — это одно и то же. Действительно. Ну, эй, блядь. Пупсик, ой, цензура-то пилотом? Где? Я смотрю, ты страшна, как моя жизнь. Сиськи. Где блюр? Чё-то захвачу сиськи на пол. Так. Где она? Ой-ой-ой, она приближается. Ой, все видно. Все видно, все видно. Ой, я бьют. Бидонами своими тут. Не, ну слушай. Я настроек не вижу по этому поводу. Вроде бы песня такая так, была. Не знаю. Попса. Вот, пипец, конечно.
Но придется немного помонтажить. Там не видно ничего. Но во время атаки, да. Блядь, понабежало-то. Смыло. Это патроны вижу, это не патроны. Ты дальше что, побежал? Да, я что-то бегал, смотрел, не заметил ничего. Лучший способ заявить о себе – жахнуть погромче. Ну что, суки, привет! Это он кому этим? Если да. Совсем честно, то да. О! Дуслок. Ну все, вам пизда. Че, попасть бы? Взрывчатку нам дали. Да. Ой, бедняжка. Как же тебя расплющило. О, Олег, там по... наверх на крыше что-то есть. Да, фиг с ним. Вон он. Ядра. Ну, я... в этой игре я уж точно не гонюсь за вот, секретками. Пушечные ядра там. И тут пушечные ядра лежат. Ну так самой-то пушки нету. Ну, понятно. Давай не запрыгнуть. Ну ладно. Черт с ним. Алярма. Алярма мочит. Меня зажали, зажали! Разжали. Убийца скорпионов маленьких. Шею сворачиваешь им. Достижение получаешь. Да чё так много? Что-то. Что?
Ты прямо их обнимаешь так. Вообще. Большой. А большому свернуть башку. Та ёпа нахуй. Я спрятался, я в домике. Си-4 10 штук. А где ты там? А, вот а так подожди, на крыше, вот на этой крыше не ядра, а сама пушка. Вот на вот этой крыше пушка. А как туда? Интересно. А, сейчас подойду. Интересно, блядь, так, а как? А пошел. Уж лестница какая. На крыше где? На какой? Вот, вот на вот этой крыше. Вот на этой. Пушка лежит. Ага, ага. Каким образом? Да чё ты скользишь-то? О. Ой. Я, конечно. Слушай. Глянь в Дискорд. У меня тут такое зрелище для тебя. Которого ты, наверное, не скоро. Так, или ты нифига не видел, да? Ну я видел, она повисла. Ну, ты видел, как она... Ну ее трясло. Как она выглядит, да? Да. Че с коллизиями? Так. Опа-па, блин! Что? Я почти запрыгнул, слушай. Да я тебе сейчас глаз вырву. А как хоть ты запрыгиваешь, где? Как-то ведь можно ведь. Есть кондиционер тут, да? На кондиционер, да, но... Блядь. Коллизии больно хреновые. Ну, там нам... еще нужно... попробовать. Да, и шансы есть уж. Коллизии больно хреновые в игре, на самом деле. О, опа! Бери. Он, а она у тебя появилась? Нет. Я сама запрыгнуть ее вот твою нахуй. Ну, я тебя не завидую. Блять.
А что там, как она выглядит? Вот так же, как во втором. Ну вот. Она более детализирована. О. О. Да, такая прям как мортира. Так, теперь патроны. Патрон для нее вот здесь, смотри. Вот лежат патроны для нее. Сейчас посмотрю. О, ядро, блядь, огромное такое. А, я, по-моему, тут что-то подбирал. Вот тут, на контейнере лежит. А, на контейнере, ага. Вот, как тут. Что, блядь, кто там ёбу дает? Не знаю, я как-то тут запрыгивал. Нет, я не запрыгивал сюда. Тут как-то как запрыгнуть, я не знаю. Да ее коллизии. Но я знаю. Я знаю. Клир охуир. Опа, вот ядра. Как? На смотри, запрыгиваешь на ту стенку. На ту? На ту, да. Так. О, 4 ядра. О, еще тут можно. А есть ли смысл не наебнуться? Чего, где? Стопай. Тут я смотрю. Толкаю? Тут нет ничего. Блять. Мыло, в смысле? Я в бочку стрельнул. Твоя любознательность тебя и погубила. Да. Она похуярил как скорпион. Ты чё, охуел? Так, а куда нам надо-то? Вот это интересный сюда? Вопрос. Не знаю. Ну... Вот сюда. Так, ну тут нет дверей. А как? Вот здесь под мостом есть что-то. О, куча лута, смотри. Иди сюда. Да, я там был уже. А тут волна противника пошла. Каким-то мостом. Вот здесь. Мост. Ну-ка, дай мне их. Бери. А молотом их руби. Давай. Порвал игрока на части. Ну все понятно. Угу. Порвал. Просто порвал. Так. Сукин я сэм. Сукин я сэм. Красно. А куда нам надо, я вообще не понимаю. Вот ко мне беги, тут я на улице какой-то. Ай, ёптай.
опять тебя порвали. А, еще раз. Еще раз. Очередной раз. Еще. Я себя подорвал. Опять умер. Да ты дохлый. Да вообще. Ну вот и все. Взрывчатка решает. Санта-Клаус подарочки несет. Если бы за них мы получали опыт и, соответственно, выбирали навыки, я бы, может быть, сказал бы спасибо. Ну, только в четверке, ой. И то. С натяжкой. Препаратор. Блять, они еще бегут. Разнесите крупного биомеханоида на кусочки. Крупного биомеханоида, это динозавр-то который? Да, динозавра на кусочек. Обзывчатый. Распидара. Полтора часа уже. Побегаем. До двух дотянем еще. Или до конца этой карты. Ну, или до конца карты, да. Ну, до конца карты нам недалеко. Да? Они в среднем по 18 минут пробегаем. А, блядь. Ой, время это надо да, сейчас доиграем карту, да, и это. Повезнемся. Растянем удовольствие, так сказать. Сэма. Придется повозиться с этой серией. Вырезать сиськи. Ой, ё. Да, пошли нахуй. И себя же подорвал. Такая же толпа тут к тебе. Да меня мелочь убила. Блять, одно хп. Хоть возрождаемся за одну секунду, а не по 15 секунд сидим, как в четверке. Так, у меня закончилась взрывчатка. У меня она не появлялась. Да ну как? А, нет, есть. Что-то надо подорвать? Ну, я больших подрываю. Которые долго убиваются. Которые долго. Ну вот этих гигантов всех. Блять. Смотри, взрывчатка на большой. Блять, радио. Я тут. Ой, сука! Сколько этих гарпий! Беги ко мне! Гарпий-то вряд ли. Да еще чего. Беги ко мне. Тут ящик с этими, с боеприпасами, с бомбами. Гарпий тут штук 20, наверное. Если не больше. Молодец, молодец. Так нам сюда и надо, здесь какой-то большой битва будет.
Опять тебя смыло. Да. Подрываюсь сам просто. Йоу. Охренеть. Вот, вот. Бордель какой-то прям. Вот и все. Че хоть ты там? Кидай взрывчатку в воздух и взрывай. А, можно было? Давай. Не, ну ты умник, конечно. Ты меня не подорвали. Летят и летят еще, блядь. Да, ну и... Летят и фиг с ними. Охренеть. Опа, это что тут? Кораблик. Не вижу. Нам двоим в этом городе будет оса какая-то. Ты залуч такой. Они спускаются из него вон через этот луч. А, да туда и стрелять надо. Попробуй, когда он перемещается. Надо, он не всегда перемещается. Кисан, блять, спустился с гор. Ё-моё. Ой-ой-ой. Ой. Ой. Куда поехала, Ракета плюс 50, вот это я понимаю. Блять, меня клир отхуячил. Меня кто-то убил. Ты сам себя убил? Нет. А, ну ладно, камикадзе. Да, о, это он меня убил лучом своим. Ага. Почти угадал. А, блять, быки поехали. Радостная новость на самом деле. Ушел.
судьба шатал, козел сраный. Я ясно, ясно. Квин, это Стоун. На связи. Тут был военный корабль. Ушел собака. Ха, давит все сильнее. А то я сам не вижу. Извини, просто мысли вслух. Ученые расшифровали карту. Судя по всему, под пирамидой Хеопса есть другие постройки Сириуса. Пирамиду называют гробница над гробницей. А, тайные храмы. Прикольно. И вот что странно. Там вообще нет входа. Просто пузырь такой на карте. Есть еще подпись. Сфинкс — это ключ. Пойди пойми. Но я бы сказал, что ключ — это сфинкс. Я извиняюсь, пойду взорву одну каменную кошку. Сэм, ученые почти уверены, что мы найдем решение. Передаем, что я уже нашел. Сэм, нельзя так просто взорвать бесценный памятник. Все расходы за мой счет. Сэм, это безумие. Не смей. Чего, Сэм 4 VR? Че? Че там было написано на знаке машины? Сэм 4 VR? Сэм 4 VR, да. Понимаю, понимаю. Отсылка просто. Но да, по-моему, да, VR есть. Да. Угу. Стоп, а третий Сэм он когда вышел? 11-й год. Хрена, тогда VR-то не было. Причем тут VR? Ты уже у сфинкса? Практически. Как ваши успехи? Так себе. Выбеги на песок. Разгадки пока что нет, но мы перевели одну строку. И что там? Сюда. Там сказано, у настоящей загадки сфинкса много вопросов. А, я тебя понял. Не то, чтоб до хрена. Это все, что у нас есть. Боже. Ну что, закончим? Давай, червячок. Ебать. Кончим? А как же мы тогда да, закончим. А как мы тогда на машине приехали? Сэм 4, любое... подожди, Сэм 4 3 VR, вон написано. Сэм 4 3 VR. Ладно. Ну, третьего в VR нету. Ну, это логично, как бы. Может, типа, это читается как с VR? Так, а в 11 году был VR-то вообще? Сомневаюсь. Да, даже еще не подразумевали, что такое будет существовать. Но если только там у кого-то в голове там что-то как-то было. Ну да. Ну и все. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока!